Друзья, здравствуйте! Сегодня находимся на ярмарке декоративных птиц, голубей, птичий рынок, кто как называет. Пойдем посмотрим канареек, попугайчиков, разную живность. Город Кропоткин, воскресенье. Что представлено? Бещеки и карелы есть. Пенанты есть, красавцы. Певчие. Тут вот еще кто-то сидит, волнушка под стеклом. Друзья, кому надо гнезда, пожалуйста, вот гнезда заказывайте. Номер телефона 8-928-231-6107. Заказать гнезда. Отправляются почтой. Идем дальше. Почем у вас канарейки? По деньгам, говорят. Вот это самки, как я понял. Здесь самцы. Рамазончик. Я не могу. Александр, что стоит? Александриец 30, говорят. На сегодняшней ярмарке очень много ожерельков. Зеленых, желтых. Такие ящики интересные. Кто знает эти ящики, кто помнит эти ящики, смотрите. Сегодня вот клетки есть, и для хомяков клетки, смотрите, и для попугаев, и для морских свинок. А в какую цену бернарды вот эти? 18. Это пара или один? Один 18. А синие певчие почем? По 3,5. Так, кто еще тут есть? Ой, а вот такой красивый певчий сколько стоит? 3. А карелы почем? 2500. Все, друзья, все посмотрели, идем дальше. Здесь вот утки, утаки. Друзья, у кого есть желание поддержать канал, развитие канала, отблагодарить за съемку. Номер телефона 8-928-231-6107 привязан. Карта Сбербанк. Я под видео напишу еще номер. Можете сделать спонсорскую помощь, так называемую. Приятного просмотра. Идем дальше. А в какую цену канарейки? Самка 1000, самец 3. Будем знать. Куда
Здесь вот бещоки 3500 красивые. А какарик синий почем? 3500. Тоже 3500, да? А волна сейчас почем? 350. 350. Ёжик усу от холода. А, тут самочки одни, да, получается, нет? Волны? Да. Много, да, самок. Много самок. Не одни только, ну, я понял, вон самец один есть. Здесь неразлучники интересных цветов. И голуби рядышком. Веточки, западочки. Друзья, кого интересует западочек на заказ, обращайтесь 8-928-231-6107. Сделаем, отправим. Какую цену у вас волна? Вы как будете брать? Да я хочу цену узнать для начала. Это ты. Почем цена? Как? Блогер. Да цену скажете или нет? Я по 300 сказал. Все. Это оптом. Оптом по 300. Да, это с чехами. Вот, ребятки, оптом по 300. Ну, по 300 оптом. Идем дальше. Канарейки. Белый киноручик 3000. Так, идем дальше. Каждому. Тут ни хрена не видно. Здесь амадинчики. Да. Вот волнистые, самые красивые на ярмарке. 500 рублей цена, да? 500. Они что, полукровки или просто 500 рублей? Крупные, да? А, вот эти по штуке. Ну эти тоже, да, полукровки? Ну эти покрупнее, по 1000, да поменьше. По возрасту поставьте, может. По возрасту. Видите это, да? А почем у вас канарейки? Здрасте. Здоровью. Самка 1000. Самка 1000, да? Самец пята. Самец пятера? Ага. А волна почем? 500 рублей. 500 рублей. Все, посмотрели, идем дальше. Вот люди работают. Друзья, куры красивые. Продавца нету, цены нет варианта спрашивать. Вот маленькие курочки. Еще пенанты. Какую цену пенанты, не знаете? 13. По 13, да? Угу. А неразлучники такие? Неразлучники полторы. Не, так дома же брали нормально.
Здравствуйте. На погоду. Молодые кинора или канарейки, не пойму. Тут, видите, стоит посредине и нету продавца. Холод собачий, тут что-то сегодня тут. И сырость, влажность. Вон, видите, там и туман, и дым, и шашлыки жарят. Идем дальше. А почем ваши волнистые? Какую цену волнистые? По 500. 500 рублей. Что-то они месяцев по 7, по 8, наверное, уже воду клинять начали. Вон колодочки, видно на лбу замена. Идет это примерно 4-5 месяцев. 500 рублей. Ага, не поворачивай. Вон, повернулся. Сколько такой стоит? Кабель для рекламы, вон, девчонки продают. Ага, это для рекламы? А щеночки сколько стоят? Щеночки по 10. По 10. Темная девочка 15. Темная девочка 15. Выросут будут вот такие. Мальчикам забрали, девчонки остались. Киша. У него полное имя Кинычи Гранд Лайн. Породистый пенной кабель. Красивое имя. Родословная татушка, все как положено. А, нет? Сколько лет? Это месяца полтора? Что самец? Вот самец, это самочка. Перура почем? 30 пара. Перура 30 пара. По 15 за хвост. Холодно уже, трясутся. Руки трясутся. Прошу прощения за то, что все трясется. Холодно, в общем, ребята, холодно. Я вот, видите, как оделся. На одну ногу кроссовок одел, на одну тапочек. Вот этот тапочек мерзнет. Там нога болит, не могу в кроссовке ходить. Так, кто здесь? А вот эти желтые неразвучники почем? Полторы. Полторы. А вот такие синие масковые? Тоже полторы. Это фишера или масковые? Фишера. Фишера, да? Сейчас не закрыть, удобно будет. Они ездят. Белый кокарик получается здесь. Почем светлый кокарик? А я может выходным там или может на следующей неделе. Светлый кокарик червонец. Было бы неплохо, да? Так, тут много всего интересного, посмотрим без цены, потому что продавец, ну, не разговорчивый, можно сказать так. А лазурная какой? Ну, наверное, так. Лазурный, наверное, а эти пенсии. Так, а здесь игровой стенд. Сколько стоит такой игровой? 3. Игровой стенд 3000. Это как бы кормушка, не кормушка, такая классная. Пойдем, прогуляем. Вечер, больше стрипа бьем. У нас стенд. Утки, селезни. Голуби. Не пройти, не проехать. Вот красивые голуби. Кого-то икота началась. Так, тут что? Задеваете, да? Мясо белое, да? Кролики. Розовое. Розовое мясо, да? Не, ну, там, вот в этих, блядь, у них, вот в этих ушах, потому что он такой красноватый. Да. А почем утки? Без понятия, не знаю. Сколько? Вот эти вот утки почем? Селезень 2 рубля, а уточка 1. Селезень 2 рубля, да? А утка? А уточка полторы. Полторы.
Вот будем знать. Петушок полторы. А, тут еще и петушок затерялся. Все, вижу, вижу. Карликовые полторы, цыпленок там где-то есть. Друзья, сегодня хороший два индюка по 5 рублей. Один индюк 5000. Торгуемся за 4500, не отдает. Друзья, курочки сегодня тоже есть разные. Это доминанты мои любимые, которых я чуть-чуть разочаровываюсь. Не знаю, почему плохо несутся. В какую цену эти доминанты? По 600 рублей. А сколько месяцев? 4,5, почти 5. 600 рублей, 5 месяцев. Вот там, друзья, корм. Видите, какая очередь, люди корм берут в ведрах. Корм на россыпь. Нутрия, кто спрашивал у меня за нутрии? Нутрии тут тоже есть в продаже. Приезжайте, выбирайте. Вон она какая ходит. Друзья, обзор подходит к концу, к завершению. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте за спонсорскую помощь, чтобы было интереснее снимать мне и вам было что смотреть. Спонсорскую помощь можно осуществить, перевести денежку на номер телефона 8-928-231-6107. Там будет Сбер, Васильченко, Юрий Анатольевич. Вот они, красавцы. А знаете, что мне еще надо? Я хочу канарейки купить, мне надо какую-то такую маленькую клеточку. А это вон клеточка. Вот, смотри, клеточки, вон маленькие. Дайте еще клеточку. Вот 200 рублей. Да, переноска это, да? Откройте, сейчас вы откройте, кверху. Это переноска. Это переноска для канарейки. А может надо вот такую, чтобы жила? Вон клеточка, вон. Сейчас. Я пососедил. Чтобы канарейка мне...